сказать, не рассказать, чтобы так вдруг-то собирался уходить и потом передумает. Сегодня в зале пришли мои друзья, генеральный директор Cruise Travel со своей супругой, со своей семьей, со своими друзьями. Ну, и как бы, если вы слышали, там в интернете рекламочка прошла. Я не знаю, хочу посоветоваться с вами. Есть смысл проводить конкурс? Может, вы песни не знаете мои. Просто было предложено название конкурса «Подхвати и в Турцию лети». Песню «Подхвати и в Турцию лети». Было такое где-то, да, читаю. Я не знаю, если вы не знаете песню, как вы можете брать? Но раз он есть, приз сегодня, сертификат. Есть такие желающие, которые знают много моих песен? Нет. Но... Да! Есть? Есть! Есть! Я думаю, он скажет. Давайте. Смысл конкурса? Смысл конкурса такой. Я начинаю петь песню, я останавливаюсь в любом месте. Куплет, припев или не важно что. И надо закончить строчку. Или желательно, конечно, моими стихами. Клево. Да. И кто, я не знаю, сколько сейчас выйдет желающих, если много выйдет, то будет три раза надо угадать. Если выйдет много, то будет усилен, ужесточен конкурс будет, надо угадать, пять песен будет. Ну давайте желающих посмотрим, есть или нет. Давай. А можно не выходить? Можно. Кто хочет Турцию?